Всем доброго утра! 8:30 у нас, я уже позавтракала. Сейчас буду кормить завтраком Антоху. Не знаю, что он выберет. У нас тут, как всегда, большой выбор. Можно и яичницу, и гренки, и творог со сметаной, и творог с малиной со сметаной. В общем, все, что ему захочется. Привет, сына! Как дела? Нормально. Да, что мы будем с тобой завтракать? Вернее, ты сам. Давай яичницу. Давай. Какой сегодня день, расскажи. Какой? Ну какой, мы сейчас с тобой о чем разговаривали? Началась война. Угу. Сегодня как? 22 июня, да? Угу. В Путярке. Во сколько часов? 4 часа. Утра, да? И сегодня все просыпались в 4 часа утра, вот мы новости смотрели, и там выходили к вечному огню, ставили свечки. И в Краснодаре башка. Я спал. Ты спал, да. Мне это всем было пофигу. Что за слова пофигу? Потому что я хотел только спать. Ну, нельзя же так говорить пофигу. Мама, а когда началась война, девушки, в школе? Ну вот она и началась, вот эта вот Великая Отечественная война. А вы видели там дедушку? Когда? Ну это другая война. Как другая? Смотри, там девушки конь не было, он давно уже умер. У него, наверное, от старости. Дедушка Коля, да, от старости. У него никакой болезни не было. Угу. Они это разрушили, его комнату, когда он умер, и поставили там Марго Зоэль. Ну да. Другую дверь. Он всегда деньги давал. Кто? Дедушка Коля. Да? Да. Скажи, он нам всегда давал. Да. Мне жалко, что он только тогда умер. Угу. Ну, он тоже долго, ему был 91 год. А что пришло? До ста не дошло? Антон Сергеевич мой. Ужас. А потом ты будешь на рыбалке, на море каждый день, да? Они не будут работать, потому что эти дрова закончатся. Ну, другие будут дрова. Не переживай, у нас же зима большая, Зай. На всех дров хватит, котик. Мам. Ты поговорил-то с братьями? Они непонятно говорят. На фоне тебе непонятно говорят? Ты соскучился хоть за ними? Он аж наступил на него, и он как на велик выпрыгнул. Ты расскажи, ты соскучился вообще за братьями? Или еще не очень? Я за дедушкой. Ты за дедушкой? Это хорошо. У нас сегодня уже с утра Петрушка. Футбол 1-1, это что у нас, Австралия, я не вижу кто, но это не прямой эфир, естественно, вчерашний, по-моему, повтор. 10 часов, кондиционер у нас уже с 8 утра работает, нет, потому что жарко. Мама, нет, они чечерные другие вчера играли. Да это другие, Зай, другой повтор. Да, обедать. Пригласили меня на баню. Да? Антошка уже пообедала, Антоха сегодня по мясу. У нас я наконец-то пожарила бедрышки. Они из-за того, что были с томатной пастой замаринованные, получились такие поджаристые. Ну, вкусные, Антош. Антоха уже одно съел, теперь второе. А мы будем супчик и салат, и куриные котлетки. И что у нас тут еще мультики? В садике было нормально. Как было в садике? Мы ели пирог, а чай мы просто пили.
Да? Там тебя пока. Зоя сегодня хороший день. Она сегодня первый день пошла в садик, да? Да. Сколько ты там была? Целый день? До тебе день, и мама меня забыла. Или 2 часа было? Вот сколько. 3 часа? Да, 3 часа, Так ты и утром мама пошла. меня забыла. Забрала, да? Да. Ты пришла, переобулась, да? Тебе Да. сандалики давали? А потом мама меня отвела в садик, а папа не забывал, мама забывала. Маргарита не забывала. Ну, Маргарита же не новенькая, а ты новенькая, да? Да. А кто еще новенький? Пасу Саштаса собьет. Паша тоже был, а Полинка была? Полинка, да, была. Как у нее уже носик прошел, уже зажил? Да. Только я бежала, а у нее носик был не разбитым. Не разбитым, уже красивым, да? Да. Ну хорошо, в общем. А у меня... А завтра что, выходные, расскажи. Да, Завтра в садик не надо, да? да. А потом еще пойдешь в понедельник? А ты че? Что это? Это... Комарик укусил? Нет, просто собака укусила. Какая собака тебя могла укусить? Где у вас же там... Чуть Оля укусила. А, у тети Оли ты была, да? Да, у тети Оли так долго было, и когда мы пришли в бассейн, она меня кусала. Да, ты с ней не играла потом? Нет. Тебе такая не нравится, да? Да. Но когда мы пошли, тетя Оля открыла, а потом тетя Оля потом делала другим делом. Другим делом. Да. Ясно, Она Заюнечка. купалась в здании. В бассейне. Да, последнее мы купались. А потом Круто. мы, вы, а потом мы, а потом мы, а потом мы были, а потом мы были в комнате. Да? Да. Заходили? Мы с мамулей на малину. Сейчас мы на малину. Идем уже. Хотя жарковато так еще, да? Папа вот морковку моет. А почем же морковка? 30 рублей? 3 штучки, 30 рублей. 3 штучки, да? Степа нам тут прокосил. А то тут все позарастало. Последнее приготовление перед отъездом в Камышеватку. Это я сейчас поеду, вернее, ну уже сейчас еду купить собачий и кошачий корм, чтобы родители кормили Рекса и, в общем, чтобы все было отлично, и Марсика. Вот. Еще завезу пряники, сейчас приеду, доеду, покажу, какие My Little Pony вчера делала. Очень жарко, вот сейчас 36 градусов показывает, до сих пор жара, несмотря на то, что кондиционер на двойку, мне жарко, даже в машине. Вот прянички, одна, да я же не знаю, как их зовут, вот одна поняша прям на длинной шпажке, это будет в букет. Вот, надеюсь, что потом фото букета пришлют. И еще 3, это уже для тортика. Вот она розовая, фиолетовая и радужная. 3 поньки. И готовы, я все купила, корм купила собакам. Че, горячий, Антош? Сейчас Антоха поест мясо. Тебе компотик налить? А? Да? Да. Хочу сейчас смонтировать видео и уже ехать, пока Антоха ест. Так что сейчас продолжу монтаж. Так, мы, значит, готовимся уже ехать. Сейчас папа рыбку возьмет. Я держу пакет, да? Подожди. Сотовый пакет. Рексик. Вы поехали за Афонькой. Хорошо? Ладно? О, хороший. Короче, сейчас фигурки выберем. Какого петушка? Вот. Куриная тема у нас. Давай и правда петушка. Круто. Ну, а что, лягать тут? Да, классно. Мы уже в Ейске. У нас сейчас 10 часов. И мы сейчас поедем за пиццей.
Я надеюсь, что эта пиццерия еще работает, которая возле автовокзала, да, она? Конечно, работает. Она такая классная была. Как она называется-то? Ты не помнишь? Хорошее название для пиццерии, хер его знает. Вот мы, в общем-то, подъехали к этому кафе. Дорогой, это иди. Я уже спать лег уже. Да. Ты сама? Пойдем. Пошли. Ой, что-то тут не закрылось. Давай. Так, теперь идем в кафе. Здесь есть что? Болельщики, в общем, здесь болеют. Да, почти даже и пусто, да? А как она называется сейчас? А вон, да. Бонус. Ага, а тут даже это, видишь, футбол 1-0. Ждем теперь пиццу. Тут еще и футбол. Кофе? С корицей? 1-1 уже. Ну как тебе, Антох? Да, Виновесов, мы больше не видим этих флангов. Вот в чем дело. Он выигрывал все время мячи, которые шли от одного центрального защитника. Да. Папа заказал большую. Да, называется семейная. Так заказывать, когда мама платит. А, да? Да. Я понимаю теперь маму. Когда ей нравится, когда папа платит. Семейная пицца. Мы с музыкой заезжаем в Камышеватку. И смешной музыкой. Да? Все, мы приехали. Собака нас встречает, Рексик. Рексик. Антоха рад. Ты рад, сынок? Главное, что мы с пиццей. Да? Да, наверное, сумку, вещи надо же добрать. И петуха же давай неси. Пошли. Бабушка нас встречать будет, да? Здрасте! Петуха. Держи. Тебе петуха. Это в сад же. В сад тебе поставишь. А то вам же мало курей. Пиццу открыли, а тут одна коробка большая. Пицца на самом деле не очень большая. И тут проснулся Афонька встречать нас. И маленькие кусочки. Да? Ну как, ты скучал? Угу. Сильно скучал или не сильно? Его еще пилили костер. Костер полили? Да. Было весело? А Ваня был? А вы до Вани ездили? Да. Мальчик так вырос. Он уже волосы хочет. Выросли, да? Не такие хочет. Такие длинные не волосы. Хочет. Пиццу хочет. Будешь? Да пиццу будешь!